Артем Дмитрук доехал на работу в Верховную Раду из Одессы на велосипеде. Всего он проехал 500 километров. Вышло ли у него преодолеть намеченный путь, как планировалось, за сутки? Смотрите далее в сюжете. Проехать за сутки из Одессы в Киев до Верховной Рады Украины — такую акцию анонсировал нардеп Артем Дмитрук около месяца назад. Это путь длиною в 1500 километров. Именно столько участникам марафона пришлось крутить педали. Старт состоялся 4 сентября в 6:30 утра от Одесской мэрии. Ровно в сутки уложиться все-таки не вышло. Днем участники челленджа не могли удержаться от остановок, а по приезду в Киев и вовсе потеряли одного человека. Мы бы уже были возле Рады, но немножко ехали 400, почти 500 километров по трассе, никого не потеряли, а заехали в Киеве, потеряли одного человека. В общем, короче, Макс пропал, мы вот на дороге с Артемом ждем, реально ждем, потому что человек потерялся. Тем не менее, эксперимент можно считать удачным, поскольку проехать такой километраж сможет далеко не каждый, а только самые целеустремленные. Мы доехали. 500 километров позади. Это такое большое мое личное достижение. Очередной этап, очередная планка за здоровый и здравый образ жизни. Отметим, основная цель этой акции, со слов Дмитрука, это пропаганда здорового и здравого образа жизни. Работа над собой, достижение поставленных целей и доказательство, что нет предела нашим возможностям. И самое главное – все это показать на личном примере.